знатная жена Кавасилы в Суздальский монастырь везла. И ту великую княгиню везли силой. Да назад уж она не вернулась. От приближения кареты вороны всполошились, и холодная люто стала на сердце. Прости нас и помилуй. Петр основал Санкт-Петербург, Петрозаводск, Шестерборг, Невьянск, Липецк, Нижний Новгород, Сестрорец, поделил Россию на губернии. Достала свой подвенечный наряд, а выше стала одевать мне жемчужные серьги. Я говорю, Манька, на кого замуж вы даете? Чего на меня примеряете? Она говорит, тебя замуж даю. Вон, за Петра Алексеевича. Она говорит, отец, плакать будешь потом, когда девки запоют песни свадебные подблюдные, а тебе не время. Моя дитятка, да кто согреет тебя от холода? Кто приголубит тебя, мой ласковый? Кто даст тебе родительское благословение? Фарисеи тебя превосходят в праведности. Камбала криворотна! Тебе надо было не смеяться. Законность брака Петра I и Екатерины Алексеевны. Официального развода Петр не получил, а по церковным канонам мужчина мог жениться во второй раз. Только в том случае, если жена у него умерла или была добровольно пострижена в монахи. Старец Коптелина подтвердит, царица была пострижена и по пострижению нас имела и правила, и исполняла монашеское. Но он никакого покаяния им не принес, только в ночи, тайно, через иеромонаха Маркела, просил, чтобы он сподобил его святых тайн и в том душу свою испроверг. Марта против 16 числа, в полуночи, в 8 часов, во второй четверти. Зачем ты отдал его судьям неправедным? Не рассуждайте того, что суд вам надлежит учинить на моего, яко государя, вашего сына. И несмотря на лицо, соделайте правду и не погубите душ своей и моей, чтобы ссор